Доброе утро. Сейчас третий день пребывания моего на базе. Вот собираю вещи. Все, у меня тут сушится. Костюм весь измазанный слизью вчерашней рыбалки. Вот. Лицо уже красное, как у индейца. Руки черные. Сам я счастливый и довольный. Сегодня буду рыбачить целое утро и потом часиков 10-11 поеду домой. В общем, все, сейчас быстренько собираюсь и сваливаю. Вот. Ледок уже начинает потихоньку отходить от берега, поэтому заходим на лед с понтона. Сейчас должен приехать мой дядя Виктор Петрович, привезет он мормыш, прикормку и контейнер для рыбы. Ну все, на лед я вышел. Опять сегодня будет солнечная погода. Там вот впереди вроде как идет Виктор Петрович, мой дядя. Так что все, на всех парах, на предыдущее место рыбалки, полон надежды и уверенности в том, что сегодня будет отличный клев. В общем, встретился я с Виктором Петровичем. Сейчас практически пришли мы на место моей вчерашней рыбалки удачной. Сейчас будем забуривать луночки, либо сядем на старые, если они не заняты. Ну, в принципе, народу практически никого, так что есть вероятность, что сегодня мы все-таки нормально порыбаем. Вот. Да в любом случае порыбачим нормально, прикормка у нас хорошая, рыба подойдет, рыба шевелится, ходит, так что все будет отлично. Буду забуривать лунки, быстренько не закармливать и начинать рыбалку. Времени у меня сегодня не так много, часиков до 11 до 12 порыбачу. И надо будет заехать домой. Для тех, кто не знает, напомню, то, что это у меня уже третий день на этом водохранилище. И большое количество видео уже вышло. Нашел я луночки свои старые и кушкуюсь. Сейчас еще заберу новых. Ну что, ребят, лунки я закормил. Сейчас вот взял удочку с леской 0,17. Порожок из рентгеновской пленки. И моя мормышка самодельная, нимфошарик с красной головой. Вчера эта мормышка по сорочке отработала с утра очень хорошо. Посмотрим, что будет. Я рассчитывал, что будет сорожка. Вот, ну вот. Блещик.
Бетонище. Это плотва. Вот она-то тут и клевала мне сейчас. Охрененная рыба. Вот это сорожняк. На мухомор уже присосалась. Вот это да. Вот это батон.
Виктор Петрович тягает. Сейчас забьется аккуратно, понял? Уже понял, подожди. А ты просто за жабу бери и посиди, тяни немножко. Сейчас я здесь рану за башку. Как ощущения? Ну, что, привычно. Привычно, да, привычно. Привычно. Так, что, фигня? Подумаешь, лечь на двушку, да? Ну, двушки-то нет, надо. Ну, кило 800 есть, точно. Что бы из суш-пакета все тут все таких ловили? А? Тут все таких ловили, не боись. Ну, я не боюсь, просто они, конечно, придут, нахуй, вот это, такие же долб***ы, как вот это. Не придут. А? Не придут, говорю. Ты вот смотри, у меня метода с горя моря. В тряпочку заверни и в эти унеси. Саночки. И все. Леска 14. Конечно. Я ж не шучу с ними.
На мухомормыш. Мормыш зуй оригинал. Засандалила на паузе. Четкая рыбка какая. Ох, пободались мы с ней сейчас. Класс. Тоже на мухомормыш. Мормыш зую. Засандаливает. На паузе. Четко вообще. И кивочек. Вообще мне прям так понравился, как отрабатывает кивок мой. Четкая проводка такая плавненькая получается. И рыбка соблазняется. Вообще огонь. Огонь. Взял сейчас удочку с вот таким вот кивком. И мормышка. Нимфошарик с красной головой. Почему удочку поменял? Потому что рука забивается трясти, и потом проводка перестает получаться. Так что я вот начал в последнее время использовать в своей практике такой прием, как смена удочек, для того, чтобы рука не застаивалась, вот, чтобы было, чтобы проводка всегда получалась такой, как надо. Там у Виктора Петровича контрабанда рыбы в пакет идет полным ходом. Сейчас пойдем запалим контору. Так, так, так. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это у нас тут происходит? Это что такое? Это чтобы
тяжело не было ходить. А, я вот тоже хожу с ящиком, хожу, думаю, что-то у меня рука как у обезьяны вытянулась. Надо пойти тоже сложить. Крупное что-нибудь есть? Нет, вот. А там нету. Мелочь одна. Мелочь, да? Понятно. Тут чебаки редко, но крупные. Ну так вот я сейчас и сюда. Пушок вот такой заскочил. Ай. У меня таких уже два сегодня. Да. Окунь сегодня клюет, слышишь? Да. Это прям радует. Тут плавают хорошие так окуньки. В камеру. Кстати, в камеру. Сейчас посмотрим с вами подводную камеру, что тут происходит под бунками. А там 100% красота. Виктор Петрович опять спалился, тянет крупного леща. Сейчас пойдем глядеть. Ага, это был не лещ. Я тут сижу, думал, ты леща тягаешь. Батон. Ты, оказывается, батоны поймал. Грамм на 400, наверное. Так, ну, батончик. Как ощущение? Кайфово. Кайфово, да? Как всекаешь, да, там как пенек. Да? А потом пенек начинает не ходить, а дергаться. Ага, как у гориллы, да? Ну, она вот это сразу чувствует еще, сорожка еще. Черт, сорожка. Она резкая такая. Она мелкими такими. Ну. Голгарина. На разрыв такая. Вещь не так. Слушай, ну блин, как вот теперь уезжать? А? Что-то лебёшка давит. Такие чебаны начали ловиться. Так, ну конечно, ты чё.
В общем, ребят, закончилась моя сегодняшняя рыбалка. Надо мне уже уезжать домой. Время 12 часов. Так бы я, конечно, рыбачил до самого вечера, но надо ехать домой. Рыбка с утра сегодня поклевала. Очень неудачно я слил несколько очень крупных сорожек. Вот, но что-то я все равно поймал. Сейчас я вам покажу улов. Вот такой вот улов. Ну, еще. Чуть-чуть в ящике. Такие вот сорожки клевали утром, грамм 500, наверное, 400. Одна была еще крупнее, убежала. Вот. Подлещик сошел один где-то на килограмм. Ну, вот такой вот результат, вполне себе отличный. Четыреста сорок граммов. Ну вот, 4600 за утро. Баня, блядь, самое главное для квартиры.